Лучшее танцевальное шоу Крымского полуострова снова с вами. Уникальное, завораживающее, магическое танцевальное действо подходит ко второму этапу. 21 участник, но заветное желание у них одно на всех. Каждый из них сделал абсолютно все, чтобы поразить, удивить и очаровать вас. С каждым танцем они отдают вам частичку своих сердец. Пришло время вам ответить им взаимностью. Сейчас мы напомним выступление каждого, чтобы вы безошибочно могли сделать свой выбор. Проголосовать за понравившегося участника вы сможете по номеру, который указан на вашем экране. Обратите внимание на код, присвоенный участнику. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Грация и пластика хореографических постановок не могут оставить равнодушными. Отдать свой голос за студию танца «Диамант» вы можете, отправив смс-сообщение с текстом 7001 по номеру 7576. Кто не любит сюрпризы? Если вы и дальше хотите видеть в эфире телеканала «Крым» задорных и веселых ребят из ансамбля «Сюрприз», отправляйте свои смс-сообщения с текстом 7002. Если вы желаете отдать свой голос за студию танца «Инфлейм», то отправляйте свои смс-сообщения с текстом 7003. Они привыкли обращать на себя внимание. Студия танца «Демирель» ждет вашей поддержки. Для этого нужно отправить смс-сообщение на номер 7576 с текстом 7004. Танцевальные постановки шоу-балета «Терпсихора» пропитаны драматургией, интригуют и заставляют переживать. Если вы болеете за студию танца «Терпсихора», то отправляйте свои смс-сообщения с текстом 7005. На кону звание лучшего. Вы можете поддержать танцевальную студию «Флэш», отправив свои смс-сообщения с текстом 7006. Хореографический ансамбль «Веснянка» нуждается в вашей поддержке. 7007. Запомните этот номер, если вы желаете отдать голос за ансамбль «Веснянка». С вами «Танцы на ТВ» и мы продолжаем. До этого момента каждый участник прошел свой путь. Волнение, радость, переживания сопутствовали на пути каждого из них. Но впредь все будет не так, как вы привыкли видеть. Напряжение будет расти с каждым днем все сильнее. Победитель нашего проекта будет представлен на ежегодной номинации «Крым ТВ». Получит право находиться на одной сцене с лучшими деятелями культуры. Также будет удостоен престижной премии. Так что бороться есть за что. А мы двигаемся дальше. Вы очарованы ансамблем «Умка» и хотите их поддержать. 7008. Текст сообщения, который нужно отправить на номер 7576. Отдать свой голос за хореографическую студию «Танцы Плюс» вы можете, отправив смс-сообщение с текстом 7009. Тем самым вы дадите юным участникам шанс на победу. Если вы хотите поддержать танцевальный клуб «Сальса», отправляйте свои смс-сообщения с текстом 7010.
Юная и талантливая участница проекта «Танцы на ТВ» Нелли Хен ждет вашей поддержки. Отправляйте смс-сообщение с текстом 7011. Не оставайтесь в стороне, ведь победителя проекта определяете именно вы. Если зажигательный танец от коллектива «Пируэт» заставил вас танцевать по ту сторону экрана, это говорит о многом. Желаете, чтобы победителем нашего проекта стал ансамбль «Пируэт»? Отправляйте смс-сообщение с текстом 7012. Отправив смс-сообщение по номеру 7576 с текстом 7013, вы отдадите свой голос за студию танца «Эль Дэнс». Выступление ансамбля «Алтын Чешме» не могло оставить равнодушным ни одного зрителя. Сообщение с кодом 7014 даст коллективу шанс на победу в проекте «Танцы на ТВ». Прислушайтесь к своему сердцу, не оставайтесь в стороне. Судьба каждого из участников в ваших руках. Вскоре изменить что-либо будет невозможно. А тем, кто к нам присоединился совсем недавно, я напомню, что уже стартовало СМС-голосование. У вас есть 2 месяца, чтобы активно поддерживать ваших фаворитов. Нуждается в вашей поддержке Маджида Савади, 7015, номер участницы. Не забывайте активно поддерживать своих фаворитов. Талантам нужно помогать. Чтобы проголосовать за Валерию Марченко, отправьте смс-сообщение с текстом 7016 на номер 7576. Что может быть пленительней восточной красавицы? Отдать свой голос за Кристину Сверчевскую вы можете, отправив смс-сообщение с текстом 7017. Если вы прониклись танцевальной композицией в исполнении ансамбля «Русалочки», запомните номер 7018. Большее количество отправленных сообщений приблизит к победе этот коллектив. Горячая смесь эмоций и музыки, сила движения и порция адреналина. Если вы болеете за шоу-студию «Блиц», отправляйте смс-сообщение с текстом 7019. Хотите видеть победителем ансамбль «Арзы»? 7020 – текстовое сообщение, которое нужно отправить на номер 7576. Вы прониклись исполнением коллектива «Зазеркалье». Отправив смс с текстом 7021, вы можете сделать их победителем проекта «Танцы на ТВ». На кону звание лучшего. Помните, что победа каждого из них в ваших руках. 21 исполнитель, 21 претендент на победу. Но все будет зависеть от главного участника всего процесса и главного судьи, а именно зрителя.
Хочу напомнить, что условия голосования вы найдете на сайте, который указан на вашем экране. 7576 – это номер, по которому нужно голосовать. Не упустите возможности отдать свой голос за вашего фаворита. Модный партнер нашего танцевального проекта – магазин «Ассорти». Вы смотрели «Танцы на ТВ». Меня зовут Лилия. Увидимся в следующем эфире. Улыбайтесь больше и будьте счастливы!